Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Вилла Вилла», который располагается в Киеве на бульваре Перова. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется сборный велосипед от американской торговой марки Cannondale. Модель называется Trail серия 5. Это Trail 5. Модель сама черного цвета, размер колеса 29 дюймов. Велосипед имеет полностью черную раму, колеса, спицы, ниппель, full black, можно так сказать об этом велосипеде. Ну, в характеристике стоит следующее сказать. Оба здесь 29 дюймов двойной, усиленный, облегченный. Покрышка идет с явным горным протектором, который будет хорошо держать по бездорожью. Но так как она мягкая сама по себе резина, она будет хорошо идти по асфальту, не будет сильно шуметь, будет нормально хорошо идти. Тормозная система дисковая, гидравлическая, торговой марки Shimano. Стоят хорошие большие ротора 180 мм. Вилка RockShox XS30. Хорошая стандартная вилочка, у которой есть регулировка. С одной стороны блокируется ход вилки, с другой стороны регулируется жесткость пружины. Нормальный хороший уровень вилки. Ход у вилки 100 мм. Колеса крепятся при помощи легкосъемных эксцентриков. Стандартные, хорошие, нормальные. Позволяют легко снять и колесо при транспортировке. Рулевая велосипеда, как мы видим, конусообразная, снизу толстая, сверху чуть-чуть уже. Это делает возможным саму вилку, саму раму более легкие подшипники поставить в верхнюю часть, а снизу более плотные усиленные подшипники. Надежность вилки от того, рулевой от этого увеличивается. Руль здесь длинный. Если бы сказать честно, то длиннющий. На таком длиннющем руле очень удобно, комфортно кататься. Также стоит отметить, что в этом велосипеде отсутствует передний переключатель. Поэтому спереди у нас на руле слева только тормозная ручка под два пальца. С правой стороны у нас переключатель под 11 передач, который не имеет градацию переключения. Здесь нет шкалы. Это уже уровень хороший, высокий. Переключение происходит интуитивно у велосипедистов с высоким классом. Также передняя ручка под два пальца. Как мы видим, здесь идет надпись Cannondale, также черного цвета, только глянцевая, а рама матовая. Матовая, классная, матовая рама. Спереди идут шатуны, как мы видим, с длинными зубьями. 32 зуба. Длиннющие зубья позволяют надежно держать цепь, тем самым это защищает от спадания. Шатун облегченный, он изнутри там дутый. Там очень удобно. Вал каретки. Промподшипники стоят, хороший, надежный, обычный узел для надежной езды. Здесь достаточно большой зазор, как мы видим, между рамой и колесом. Это будет комфортно, если вы захотите поставить сюда крылья, легко станут. Сзади стоит переключатель Dior 11-скоростного, у которого есть блокировка, чтобы переключатель не вибрировал. Это комфорт при езде. Сзади кассета на 11 звезд. Это будет комфортно ездить как в накате, так и в гору. Ну и также видно, что у велосипеда не пиля, спиц тоже черного цвета. Это класс, комфорт, ну, пафос. Американская компания любит качественный продукт делать. Ниппеля здесь стоят тонкие, французские, на камерах. Качать легко и держать будет долго сам по себе. Как мы видим, Cannondale, даже есть аббревиатура на легкосъемном эксцентрике для подсидела. Тем самым легко регулируется и седло, и сам по себе узел красивый. У велосипеда также есть специальное отверстие под багажник. Одно и здесь второе. С одной стороны и с другой стороны также два отверстия. Тем самым 4 отверстия позволяют легко установить на велосипед Cannondale Trail 5 багажник. Это может быть превращен велосипед горный в дорожный. Тем самым на велосипеде легко будет кататься, путешествовать. Если вас заинтересовал данный велосипед Cannondale Trail 5, обращайтесь в киевский спортивный магазин Вилла Вилла. Всегда рады будем видеть постоянных клиентов. Если вас заинтересовало наше видео на YouTube канале, подписывайтесь. Будем рады всем нашим постоянным клиентам. Постоянным клиентам скидки. До скорых встреч.